степях Казахстана, Кустанайской области, работает автомобильный отряд, прибывший сюда из Латвии на уборку первого урожая на новых землях. Шофер этого отряда, Владимир Сюбаров, первый стал водить машину с двумя прицепами. Это позволило значительно ускорить перевозку зерна с полей колхозов и совхозов на элеватор. К примеру Сюбарова последовал шофер Владимир Рамза. Его автопоезд состоит из трех прицепов. Он перевозит до 14 тонн зерна за один рейс. Почин шоферов-новаторов получает широкое распространение.